Если плыть по речке Сухани вверх от Великого Устюга километров 50, откроется издали крутой угор, и на вершине его дом. Хозяин этого дома, Сазонт Александрович Алешинцев, человек в округе известный, потому что жил он всегда на виду, в свое время воевал, в свое время колхоз укреплял по партийной линии, учителем был, директором совхоза, это уж до самой пенсии. Да не за должности, конечно, помнит человека, за характер. А фамилию Алешинцевы знаю теперь в районе больше по сыновьям. Василий ведет под Устюгом крупнейший совхоз «Красное знамя», а младший Николай вот уже 5 лет как принял на себя самый отдаленный, да и, пожалуй, самый трудный совхоз, Первомайский. Отец еще пошутил тогда. Выбрал сын место, которое сам черт 3 дня искал. Но ничего. Нетронутый лес, чистые пока реки привязали быстро душу охотника и рыбака. А главное, дело оказалось по плечу. На паромной переправе в Устюге суеты нет. Это раньше здесь машины часа по 3 дежурили, чтобы на другой берег перебраться. А теперь, когда через Сухану мост построили, больший поток грузов обходит паром стороной. Однако и сейчас все задвинье, а это немалая часть района, только этой переправой кормится. Так что приходится и на берегу обождать, и до Кузина плыть не меньше часа, а там уж петлять проселками к месту назначения. Говорят, в задвинье собрался, положи день на дорогу. Июль, пора горячая. Сенокос. Не до ягод пока, и до грибов еще далеко. Так что народ едет на пароме только по служебной необходимости. А вот Алешинцев, можно сказать, по личному делу. Вчерашний день провел Сазонт Александрович у Василия в Красном Знамени. А сегодня решил до Николая добраться. Дорожка эта ему теперь хорошо знакома. А что не ушли сыновья на сторону счастья искать? Остались в родном краю хозяйствовать? На трудных северных нечерноземах? Да еще в такой крутой момент, когда вся крестьянская жизнь поворачивается. В том для отца и радость, и тревога. Только что в киоске на берегу купил Алешинцев районную газету и забеспокоился. Начал косить первомайские лихо. Одно время даже среди передовых значился. А сейчас вниз пополз. Вот и хочу понять, чего там мой парень путает. Во всяком случае, именно так объяснил Сазонт Александрович цель поездки своему попутчику. Ивану Васильевичу Жерихину. Ну, в этом году, смотри, ведь и старший-то. В прошлом году где-то за тон 50-60 всего запрессовал. В этом году первый идет по району. Поглядывал. Почти 650 тонн. Нащупал. Вот так. Эта лошадка уже поживая. О, он ничего. На мостик не ступит, пока не ножкой ступит. Не попробует. Не 42 года чего же. Да. Пора и зрелости. Жерихина, заведующего сельхозотделом горкома партии, Алешинцев знает, мало сказать, давно. Лет 30. Всю жизнь шли они в одном ряду. В
Вот я был в Молдавии, кстати, у меня там дочь. Домики, домики на 5 километров, домики. Видно, что тут живет крестьянин. Видно, что он хозяин своей земли. Все у него ухожено. Все у его сердца радует. Он выйдет, посмотрит кругом. Любо. А у нас там 50 соток земли дают приусадебные участки. Приусадебные участки 50 соток, это что же значит? У него сад половина. Это дает ему деньги, это дает ему сушеные фрукты. Это, короче говоря, дает ему даже и виноградное вино, уж на то пошло, бочки целые стоят. У него все это свое, это дала ему земля. У нас земля в 3 раза менее плодородная, в 3 раза. Она только третью часть даст каждая сотка. У нас больше 25 гектара, почему-то крестьянину земли держать или рабочему совхоза нельзя. По-моему, это несправедливо. Ведь земля, она все-таки, это такая вещь, в которую человек зацепляется своими якорями. Он ее окультуривает, она его начинает радовать, кормить. Понимаете, у него тут ягода, у него тут овощи, у него тут все. У него тут, собственно говоря, корм для скота. Дать ему 50 соток, вот он тогда зацепится, уж который сел, так он будет тут сидеть прочно. Вложенные в землю труды он не захочет бросать, он будет на них работать и работать. Да и детям скажет: ребята, смотрите, что остается, неужели вы это бросите? Всегда жил Алешинцев соображениями долга. Другого расчета у него не было. Поблажки не давал ни себе, ни людям, особенно близким. Вот сказали ему: хватит, отдыхай, береги сердце. Не может. Все, что не успел или не смог по какой-то причине сам, спешит теперь осуществить руками сыновей. А у Николая в Первомайском что ни день происшествие. То машина, груженная мукой с парома, прямо в реку ушла, то комбайн под угор слетел, а этой ночью на Копанице перевернулся молоковоз. И весь суточный надой молока с 2 ферм пропал. Потому что не поднял шофер всех на ноги, а пошел домой отсыпаться. Вытянуть груженный молоковоз на такой дороге – дело хитрое. Пришлось Алешинцеву снять с поля 2 трактора. Сам взялся руководить. Надо ее оттащить, комбайну дорогу дать! Что? И ведь знал Николай, что шофер молоковоза – человек ненадежный. А заменить некем. Из 37 положенных по штату механизаторов работают только 20. Да и вообще, на 4,5 тысячи гектаров угодий в совхозе всего 127 рабочих. Где ж тут порядку будет? Пока машину ставили на колеса, Николай как бы не обращал внимания на виновника происшествия. А уж потом взялся и за него. Сколько молока ты испортил? Килограмм 800. 800 килограмм. У тебя лишние деньги есть платить за них? Это дело ваше. Да это ясно, что дело наше, но ты понимаешь, ты сегодня только 800 килограмм. Да вчера 400. Почему? Потому что я сегодня разговаривал с заведующей сливкоотделителем. Она не приняла молоко 480 килограмм. Сдано. Так она говорит, что она не будет его пропускать, ты понимаешь? Куда? Так это... Ты вот ответь, вот как вот ты так умудрился машину опрокинуть? Сам не знаю. У тебя... Ты первый раз, что ли, за рулем-то сидишь? Что тебе первый раз объясняют, что нельзя за рулем пить? Да сколько можно? Ты же работал председателем колхоза. Ты все это прекрасно знаешь. Черт же возьми, ведь... Не жал, не пил. Да перестань слушать, что со стата на дорогу. Сама выбежала, что ли? Машина, смотри, на чего. Новая машина. Второй раз она уже покалечена. А сколько молока недополучили мы?
Ведь это-то никак не восполнить. Ты понимаешь, что это молоко уже нигде не найти больше, если его пролили или проквасили, или там еще что-то. Ведь так не напахаться ни одному государству, слушайте. Хоть у нас страна богата, но ведь мы ее разденем. Какой ты пример показал молодым ребятам? Вот какой ты пример сейчас показал? И в том месяце 31 путевка. 31, верю, что тяжело. А кому легко-то у нас? Вот так. С утра Николай послал свой УАЗик к переправе. Понимал, что разворчится отец, мол, нечего из одного человека машину гонять, но будет ему все же приятно уважение сына. Да и в самом деле, автобус-то все 60 километров битком набит, и до Первомайского не доходит, а только до Палимы. Ехал теперь Сазонт Александрович, ревниво оглядывая поля соседей, соображая заранее, что сыну присоветовать. Только однажды, проезжая бывшую деревню Путиницу, вздохнул тяжело. У них в Заре тоже такие дома стоят. Сяточку. Ему орден надо. Гостинцев где? Это тебе от дедушка гостинца, мой хороший. Пойдем. Ну как живешь? Как мама сначала рассказывает, потом скажу, как зовут. Как мама. А встретились они, можно сказать, на границе. Потому что речка Луза – естественный рубеж земель Первомайского. Николай так и шутит всегда. Добрался до своего парома, считай дома. Привык жить Сазонт Александрович большой семьей. Трое сыновей, три дочери, теперь уже 16 внуков. И зятья, и невестки причислены в его сердце к родному дому. Как он тут живет? По правде. Не жалуюсь. А? Не жалуюсь. Не жалуешься? Нет, пока. Нет? Как не жалуются? Ну, жалуются. За это спасибо. Сашку, он говорит, не видишь. Почему? Нет, я ли не верю. Она женщина серьезная, хорошая. Так. Ну, а какие к нему претензии есть? Не стесняйся. Дома бывает редко. Ага. Картошку не жарю, понимаешь? Это значит, я сюда же и воду не ношу. Это значит, ты не умеешь организовать свое рабочее время. Да. Мне в свое время то же самое говорили. Я понимаю, почему. Ты так за всю жизнь не научился. Это беда всех руководителей, особенно в сельском хозяйстве. Что ему тут можно просить, а что нельзя? Его папа поднимает и ночью, и рано утром. У него время не ограничено рабочее. Ты меня сам в свое время учил несколько обратному. А чему? Сейчас говоришь чему? Другое. А, ты говорил, что жалеть себя – это последнее дело сейчас, тем более, когда проблем очень много, и решать их надо напористо довольно-таки. Одно другому совершенно не противоречит. В каком-то плане, ну слушай, ведь… В каком плане? Видишь, дело-то такое? Если сегодня не дотянул, до завтра не дотянул, я считаю, это хуже, чем перетянул. У тебя тут все еще не перетянешь. Да это я понимаю, я не говорю о том, тебе что… это не грозит, что ты там все планы перевыполнишь в 5 раз, пока, дай бог, сделать выполните то, что положено сделать.
Я ведь тебе не сказал, что ты делай так, что с ним. Кончились 7 часов, сядь, я больше не обязан работать. Конечно, ты в этом случае не будешь руководителем, у тебя никаких успехов не будет. Потому что побеждает тот, кто меньше себя жалеет, так? Это так было и так и будет. Кто-то должен идти впереди, ну, по-моему, все равно. Но стремиться к тому, чтобы рабочее время человека было все-таки ограничено и было ближе к конституционному, к этому стремиться надо. Надо. Я тебе говорю, что стремиться к этому надо. Но я считаю, сейчас всем надо бы работать напряженнее все-таки. Угу. Все. Поэтому и тебе надо работать. Потому и мне надо. Тоже согласен. Понимаешь, если я буду работать не напряженно, разве будут остальные стремиться к этому? Не горящий не зажжет. Разговор вели до полночи. А утром только выкатилось солнце, собрались в поле. Николай сел за руль, Сазонт Александрович сзади, а на переднем сиденье рядом с отцом устроился Сашка. Собственно говоря, каждый день директора совхоза начинается с объезда полей. Но сегодня надо было не только посмотреть, но и показать дело самому строгому инспектору. В каждый свой приезд оставляет Сазонт Александрович сыну памятку. Свой расчет по хозяйству. С чем-то Николай соглашается, а что-то по-своему ладит. Нынешней весной отец особенно настаивал на звеньевом подходе, чтобы не было, так сказать, ничейных полей. Послушался Николай. Теперь у него кругом таблички стоят с именами. Кто пахал, кто сеял, кому убирать урожай. Косу просят, как говорят. Ну, понимаешь, вот, слушай, в общем-то бы хотелось засилосовать. Сам знаешь, план по силосу трудно идет. Вот попробуй на таких полях пообрабатывай с нашей техникой. Ведь один год всего-навсего мы пытались это сделать. В результате опрокинули 3 машины, понимаешь? Ну, не идет ни в коей мере. В угор чуть дождь, уже не идет ничего. Видишь, вот как вот ее убирать? Хозяин, барин, держи под травами пока. У тебя же все равно планируется содержание некоторых полей под травами. Ну и здесь, может, подольше подержишь. Какая беда. В твоем положении это лучший выход пока. Чужому бы человеку не сказал Николай, а вот отцу открылся. Пришлось ему нынешней весной на хитрость пойти. По планам числились за Первомайским 100 гектаров на неудобьях. Дохода они принести не могли. Решил Алешинцев зря технику не ломать, людей напрасной работы не мучить. Не стал сеять, и все. А что делать? Бросать в землю зерно, когда даже расходы на посевную не окупятся. Зато ждал теперь сухоженных полей урожай, который с лихвой возместит те пустые гектары. Скрипя сердце, согласился отец на этот маневр. В главном-то они всегда единомышленники. Экономика должна быть прибыльной. Наросло. Ну, а ты? Поперек батьки в пекло неудобно вроде бы. Давай уж первый ты стой сюда. Сколько? Я считаю, знаешь, сколько? Сколько? Ну, центнеров так, 17. Я хотел сказать то же самое. 16
18 в этих пределах. А сколько до уборки? До уборки еще далеко. Но поимей в виду. Ну далеко как далеко? Ну я считаю 10 дней тоже. Налив зерна. Там видишь. Что? Нет, мне вот нравится. Ну, вот. А здесь мне нравится. Ну вот, а я вот. Я не выбирал. О славе передовика Николай Алешинцев пока и мечтать не может. Да и отец всю жизнь проработал в отстающем хозяйстве. Только в конце своей трудовой деятельности успел расплатиться с основными долгами государства. А причина, прежде всего, в землях. Это на глаз тут красиво, все холмы да перелески. А попробуй-ка собери урожай комбайнами, когда час на работу, а три на перегон с поля на поле. Ведь у нас и по Краснодарским степям, и по Вологодским угорам одна и та же колесная нива ходит. Ну, кстати, от брата приехали, когда комбайнеры, значит, у нас тут был трудный 78-й год, и они убирали вот Высоковские поля, так их прямо смертниками называли. Говорят, мы в таких условиях работать не можем, вы нам что-нибудь полегче найдите. А эти поля уж вы, коли привыкся, так вы сами тут и убираете, ребят. Тут тоже есть некоторая логика, все-таки действительно работать-то... Условия не одинаковые. Зато человек, сложно. Который может работать в трудных условиях, да, на таких понятно. Контурах, да, на таких, допустим, полях каменистых и так дальше, неудобных уборках, этот человек дороже, потому что для его уже трудности сыскать будет трудно. Если он вытерпел первомайский, то Коршеновскому, Красному Знамени, в Красавине, он там... Ему вполне. Это будет все просто. Он там будет совершеннейшим механизатором. Да, а здесь так. Зачастую не по его причинам он немножко... Мы с тобой неправильно, Володя, сориентируем. Он так скажет, поеду-ка я в Красное Знамя и буду там совершеннейшим. Зачем? Хотя и здесь он неплохой Нет. механизатор. Дорогой человек, человек, который знает и себе, и цену, у него ведь и гордость какая-то есть, что вот ну, и да. трудно, да я могу, и трудно, да я сделаю, и в трудных условиях, да я тут и нужен, и я тут буду. Это, конечно, все хорошо, да? Ну. Но заработок-то одинаковый, что он здесь в трудных условиях эту тонну зерна, допустим, намолотит, понимаешь? Практически столько же платят, допустим, в том же Красном Знамени на мелиорации. У братика, то есть. Вы установите свою норму. Это допустимо. Согласуйте вопрос с управлением сельского хозяйства. Там люди сидят все-таки опытные. Они вам такую санкцию дадут. И сделайте так, чтобы ваш комбайнер, ваш тракторист, в конечном итоге, работая вот в таких трудных условиях, получит... эту дополнительную оплату в тех же размерах, в которых получит за большее количество тонн человек, работающий в так называемом хорошем хозяйстве. Это вы можете сделать, и это надо делать. Чего же тут? День в разгаре. Воздух пропитан густым дурманом. Знаменитое вологодское разнотравье. Весна промедлила в этом году, зато лето наступило сразу, жаркое, как на юге. Травы поспели недели на две раньше срока. Еще вчера не знали, как справиться, а нынче из города шефы приехали. Николай доволен, и не хочется ему вспоминать теперь нынешнюю весну и особенно день 20 апреля, когда решил все, не дотянуть до лета, падет скот. А ведь как-то вывернулись. Yeah.
Выше долезать. Он ведь не только производитель ценностей, но и хранитель главный. Он меня пытает насчет этого сегодня весь день. Я имел глупость свозить на Высокого и показать незакрытые скирды. И вот сейчас он, значит, все. Ну, я думаю, на Высокое там ничего с ними не сделается. Я тоже так думаю, он имеет нет, обратную. Стену крупную там. Прогнуло. Рядки. Это прогнуло. Правда. И ну, давление тут среднее, это давление сюда, больше. Она пойдет не сюда, а туда. Что-то надо будет там придумать, Валя. По крайней мере, вот знаешь, там но еще только есть. Сырую траву косить и закрывать сырой травой. Есть поляночки, да, в крайнем случае сделаем так, пошлем туда один трактор. Увези откуда-нибудь всю пленку какая есть. На... Да ну, опять пленки, растащат на фарту кида. Да никто ничего не растащил, но ее просто нет. Берегут сейчас каждую травинку для зимы. Значит, весну помнят. Едут алешинцевы от поля к полю, от деревни к деревне, где спорят между собой, где соглашаются. И не оглянутся ни разу на нежный изгиб серебристой речки Лузы, на шелковые травы луговины. Не то, чтобы были они равнодушны к этой красоте. Нет, природа составляет естественную часть их жизни. А можно сказать иначе. Себя ощущают они естественным продолжением природы. И вокруг них живут люди, которые думают и понимают свою судьбу так же просто. Добрались они до Истока. Исток – самая красивая деревня в совхозе, хотя и самая дальняя. В дождливый день сюда без трактора не доедешь. И так вышло, что был здесь Сазонт Александрович впервые. Большая деревня была. Вот туда стояли дома, вот где тут мой дом был, так вот. Тут еще дом был от Миши и Тимофея тогда. Еще тут был дом, вот. Тут вот стоят вот дом, вот тут стоял дом. Там дальше было 4 дома. Вот тут дом стоит. А там, как где Алексей, от Николая, так за его туда еще стояло 3 дома. А ниже домов уже не было? Тут, вот, там, это дом тут... стоял. Вот да? Сюда, вот это был часовня тут только была. А тут дом стоял. А тут только стоит это, Церемка. Да. Тут только тоже дом стоял. Тут еще 2 дома было. А колхоз отдельный был здесь? Отдельный колхоз, отдельный. Исток. И так. Что же, ну как вы жили, так сколько у вас тут скота было или чего? А в каждом хозяйстве была корова, была и лошадь, а что коров держали не по одной. Теперь в Истоке живут постоянно только 8 человек, не считая летних гостей. На Беляшкине 2 жителя, на Фроловке 2 жителя, 3. В Мельчевке нету Слободной, нету. Юрцов, а у Микелева Юрцов нету. Сейчас примерно. Да тоже мало. Тоже мало. Хозяйств 8, но там тоже больше в будет. Основном то. Систематический отлив людей и деревни. Конечно. Он даже ведь и запланирован был уж, если так государство планировало. Откуда людей-то взять? Мир материален и ничего ни из чего не создается. Раз не хватает на транспорте, да в промышленности людей, брали их из деревни, естественно. Создавали там более выгодные условия. Человек, что курочка. Тут потрусил курочка сюда, тут потрусил курочка сюда. Ничего не потрусила, обернулась и ушла. Ну. Так? Так. Все правильно. Да хорошо вас здесь вот на зиму лошадь дают, только пропадает. Больно, конечно, и трудно, и другой раз и неловко делается, и все. Но мы уже насмотрелись в достаточной мере всяких передряг. И поэтому, хоть и больно, но уж ты считаешь, что и тут так, и по соседству так, и там так, и так далее, что мы знаем, что нужны какие-то меры, что нужно восстановить земли,
Вот эти земли не должны быть брошены. Нельзя бросать землю. В том великая правда. Пусть у младшего Лешенцева пока нет сил наладить жизнь в Истоке, все равно он обязан страдать и думать об укреплении деревни. Таков зарок отца сыну. Да, нужна помощь этому краю со стороны. Но как важно сейчас найти поддержку изнутри, в семье, в том умном крестьянском воспитании, которое всегда растило в доме хозяина. Вот я такой ребеночек навоз возил. Муж с женой напрятывают навоз, или взрослый еще кто-то есть. А в поле-то повез ребенок, и он довольнёхонек. Довольнёхонек едет, обратно-то бегом только телега гремит. Да как скорее, да как больше увезти? Во, у него задор возникал. Он навоз же возил-то, собственно говоря, а не одеколон. И пахло навозом, и все, но это в порядке вещей. Он знал, что это сама жизнь, что без этого жить нельзя, что это нужно на сегодня. И это поддерживалось родителями, поддерживалось всем обществом, всем миром. И это к ему прививалось. И он не чуждался этого труда. И он привыкал к этому труду. Он любил этот труд, он любил лошадь. Лошадь ведь знаете как, у нас перед Масленицей, так он ее чуть не целовал, он ее гладил каждый день. Он ее, собственно, лошадь тут втихаря от родителей кусочком кормил. Слушай, вот ты об этом говоришь, так. Хорошо. Тогда вот, значит, ребенок с удовольствием все это делал, так. Но если он и без удовольствия это делал, так он, его все равно заставляли, правильно? На это ответил Некрасов. Он деревню понимал лучше всех нас. Он тут вырос. Он каждого крестьянина понимал. Каждого человека понимал. Так все-таки что он сказал? Все понимал. А вот он что говорит про ребенка-то. Он видит, как поле отец удобряет. Как в рыхлую землю кидает зерно. Как поле потом зеленеет начинает, как колос цветет, наливает зерно, отведает свежего хлебца ребенок, и в поле охотней бежит за отцом. Золотые слова. И снова за полночь горел свет в доме Олешенцева. И обсуждали отец и сын между собой хозяйственные планы со страстью, без которой не может быть ни устройства, ни обновления земли. А через несколько дней, уже в Кичуге, где стоит на высоком берегу родительский дом, собрались три брата Олешенцевы вместе. В середине августа отмечал Сазонт Александрович свое 65-летие. К этому дню съехалась вся семья. И первым делом взяли сыновья топоры и пилы, чтобы очистить от кустарника угор. Пусть отцу из окна
всегда река светится. Есть у Суханы, видно, какая-то особая озорная сила. Недаром великие первопроходцы земли русской родом отсюда. И Хабаров, и Дежнев в Сибирь ушли с реки Суханы. Мальчишкам тут по ночам дальние страны снятся. И Сазонт Александрович Алешинцев кончил еще до войны речное училище в Устюге. Чуть было не стал капитаном. Да вернула и привязала его к себе на всю жизнь земля. В тот день, когда в доме Алешинцева праздновался юбилей отца, все поднялись рано, чуть свет. Женщины остались хозяйствовать, а мужчины ушли в поле косить. Не по хозяйственной необходимости. Сеном-то Алешинцев уже запасся на зиму. Однако берег он часть нескошенного луга специально до приезда детей. И вот идут они теперь в лад. Впереди отец ряд заводит, за ним сыновья по старшинству. Чем безжалостнее время к Сазонту Алешинцеву, тем дороже ему этот час. Да и каждому по-своему этот час нужен. Владимир приехал какой-то растревоженный. Вот уже 20 лет работает он землеустроителем в Краснодаре и в почете, и семья хорошо устроена, а домой все сильнее тянет. У Василия в руках большое хозяйство, совхоз «Красное знамя», а он нет-нет, да и примчится сюда, в Кичугу. Говорит, хариуса половить, как будто в других реках и рыбы нет. Про Николая и говорить нечего, натура поэтическая. Для него в каждой травинке детства особый смысл. Косят Алешинцевы на волоковом поле. Это по планам земля на гектары делится. А в деревне все поля по именам. Волоковым оно зовется Истари. По виду небогатое, каменистое. Суглинки. Разорванное перелесками, поле это дольше других удерживает влагу, поэтому и пахали его всегда в последнюю очередь. А вот зерно давало полновесное. Алешинцев рассказывает, возьмет бывало мельник горсть из мешка и сразу скажет, это рожь с волокового поля. Да точно, вот, это парни, ты уходил отсюда уже. Вот от нашего дома вниз спускался, помнишь, на Ладейку, и потом оттуда уже отправлялся. Вот. А из армии ты приходил уже по Горячкой дороге и через это поле. Пешком, да. Ага. Из армии ты и я тоже пришел, да. Но... Пешком, а осенью было там. Дорог не было. По грязи топали. Я тогда здорово было, да. Все. Я помню, когда Череповца приехал и зашел в конце июля месяца на это поле, захожу, и такая прелесть, аромат вот этих разнотравья верховых полей, да? Эти ромашки, знают, все виды, знают, этих клеверов. Клевер, белый. Сплошное полотно цветов, да, и запах. Иван-чай. Так я говорю, вот тогда я сравнил, что никогда больше, знаю, в город я не поеду. Жить постоянно не может быть и речи. В этом поле ты сделал первый выстрел. У шапки Михаила Владимировича. Я тебе шапку. Зато вдрызг ее развез. Шапку чужую.
Он говорит, ну-ка посмотрим, какой ты будешь стрелок. Вешает свою шапку, значит, а мы коров пасли как раз уже осенью, знаешь, последняя пасьба. Вот. Ну-ка, у отца было ружье одно с полка. Я в эту шапку как пластанул, значит, она покачалась так, но не упала. Знаешь, что, говорит, не попал это отец. Говорит, нет, вроде попал, покачалась. Приходит с этой стороны еще ничего, с той стороны всю вату вынесло. Ведь дед вот еще когда, значит, впервые нас с косами, с горбушами с этими, да, пошли учиться косить, мы тоже ж пошли сюда, на это поле. Учиться косить, вернее. Да, пошли на поле, вот, все рассказал. Вот этот леск раскорчеван, там же как раз, да, перед лесом поляна. Учились косить, горбушами. Пора, знаете, оно казалось большим таким, правда? И вообще думаешь, ну, вроде бы больше поля нету. Так даже дух захватывает, серьезно. Я, в общем, вообще даже комок в горлу. С тех пор, когда пацаненком маленьким был, приду сюда вот, в это поле, да, в конец, то по грибы, да, пойдем, то поедем. Да, косили всегда. Да, и обычно всегда женщины в белых платках нарядятся, ну, как обычно, на сенокос бегают, это самое, соберутся, и здесь всегда под этой в тени березы это отдыхали, да. И столь такая была прелесть, вообще она какая-то, знаете, память, по-моему, не только нам, а большинству здешних жителей, да. И вот сейчас так надо ее сделать, скелет такой березы. Зачем было нам, никому не мешает такая прелесть. Однажды пришли на поле два трактора. Подкатились к березе и, выполняя чей-то приказ, стали дерево крушить. Оборвали корни, а свалить не смогли. Видно, решила береза умереть в своей земле. Что надо той березой было страдать и сотком тут? Навести порядок. Вот эти тысячи рублей надо было затратить у фермы, навести порядок. Ее, я захочу, так ее вот через час и не будет, она и упадет. Возьму топор и топором срублю. Чем тут 2 100 держать, двое суток. Так слушай, ты не захотел этого, живешь здесь сколько лет, но не захотел этого, она тебе не мешала. Понимаешь? Не мешало это на тебе? По плану, который был намечен для ПМК, в плане ПМК, эта береза была. Весь лес должен был. Отец, а остановить некому было, что она, знаете, фактически не мешает. Ну мало ли общий план. Нет, так нет, рассуждать нет. Нельзя. Нет, отец, тут на это счет. Убирать так убирать надо так, чтобы вот поле имело геометрически правильную по возможности форму, и чтобы в границах этого поля ничего мешающего земледелию не было. Иначе все это мышкины хлопоты, которые никакой серьезной отдачи в виде урожая не дадут. Это должен предусмотреть план уж, если на то пошло. Так это и было предусмотрено. Но так планы мы понимать? Очень любим намечать и очень не любим выполнять. Нет, ну и очень часто ваш брат, директора, идут на сделку со своей совестью и подписывают авансиком, вот, значит, нет, ПМК, что выполнено, тем зарплаты банк не дает, значит, им надо процент выполнения, они к директору. Смилуйся, государыня рыбка, дай нам, пожалуйста, подпиши, мы тут тебе сделаем. Подписал, они ничего не сделают, уедут и были таковы. А после тебе же скажут, ты же подписал, чего глядел. С утра вся большая семья Лешинцевых разделилась. Пока в доме готовился к вечеру стол, дети ушли в лес. Еще вчера Сазонт Александрович рассказал им, под каким кустом сейчас гриб прячется, где малина спелая. Как разойдутся по жизни внуки, Алешинцев, конечно, не знает пока, однако верит, что всегда будут они помнить и дедов лес, и родное поле, и деревню Кичугу, и дом над Суханой. А держится дом, и всегда держался, руками матери, Клавдии Сергеевны.
Шестеро детей, всех одеть, накормить, обстирать. И еще хозяйство, как в каждом крестьянском доме, огород, корова. Еще школа всю жизнь без перерывов, ученики, тетрадки. И еще заботы мужа, как свои. Значит, дела парторга, потом председателя колхоза, потом директора совхоза. Неудивительно, что и время промчалось так быстро. Вот и дочери уже давно учительницы. Марина в Молдавии, Валя в Шексне, Аня ближе всех, в Устюге. Ну, тут зарезать надо. Иди, Лина. Перед домом Алешинцева, можно сказать, сад. То есть грядки, конечно, кусты смородины, калина, даже яблонька, редкая гостья на Вологодском севере. А все потому, что хочется Сазонту Александровичу всякому показать. Земля – это добра к человеку, если рук не жалеть, да ум приложить, да сноровку. Уютно сейчас в доме. Готовится праздник. И только приглядевшись, вдруг начинаешь замечать между словами беспокойство. Может, потому что мать и при встрече ждет следующего часа расставания. Может, потому что дети, слетевшись на краткий срок в родное гнездо, чувствуют за собой какую-то вину. Он даже в командировке, если... Даже в командировке он в Калининской области был, да, да, сюда приезжал на недельку. Уж любым путем. Выделил время, работал дольше. Даже мы никогда не можем вместе даже отдохнуть. Если мне куда-то хочет, он все равно сюда едет. Так что сюда он с удовольствием перебрался бы и жить. Так, устраивает? Здесь лучше. Во-первых, ледоход. Самое удивительное, что вот весной бывает, это ледоход. Гремит все, все движется, и вроде все сейчас совсем другое будет на земле. А потом черемухи начинают кругом цвести. Дышать нигде так вольно не дышится, как вот тут, вот, в родных местах. Я даже не представляю, чтоб где-то было так хорошо. Побывали уже мы, вот ездим каждый год, то в Одессу, то в Симферополь ездили в этом году, в Евпаторию. А когда сошла на наш бережок родненький, так хорошо нигде не бывает, конечно. Дом это все. Вчерашний день провели они все вместе на берегу Стрельны. Это небольшая речушка за деревней. Ловили рыбу, варили уху, как в детстве. Правда, в детстве у них и рыбалка, и охота, и походы за ягодами были не игрою, а прямым подспорьем в хозяйстве. Семья жила трудно. 1,5 килограмма хлеба на 7 человек. Это после войны, когда еще карточки были. И потом нелегко жилось. Отец целыми днями в работе, мать разрывалась между домом и школой. Чуть подрастали ребята, сразу брали на себя часть взрослых забот. Но у памяти нашей такое удивительное свойство. Даже тяжкие минуты обернутся радостью, если только они из детства. И потом, как удачно вышло, все выучились, крепко на ноги встали. А что отъехали от родного дома, так ведь на то у каждого свои причины были. Сейчас более всего занят отец мыслью, как вернуть Владимира домой. Не потому, что не признает он заслуг или важности его работы там, в Краснодаре, а считает, что на Вологодской земле быть ему теперь полезнее.
Все поля вокруг не изучены, не оценены по-настоящему. Нет у них паспортов, как положено. А Сазонт Александрович хорошо знает, что без паспортной земле и защищаться трудней, трудней план получить реальный, трудней мелиорацией заняться всерьез. Вот для чего нужен толковый землеустроитель. Еще добавит Алешинцев обязательно, кровно заинтересованный в родной земле. Конечно, для сердца его важны не только деловые соображения, но на первый план выдвигает он именно их. Уже и в Устюге этот вопрос согласовал, как будто и Рая не против, а дочки взрослые уже. Только бы Володю уговорить на переезд. Иной час и засомневается отец, сумел ли он внушить детям, что каждый человек своей земле обязан, и роду своему, и дому. Есть ли у них в сердце боль? Деревня совсем пустая. И каждый год, вот смотри, каждый год, как мы с тобой приезжаем, на один дом становится меньше. Или дом стоит снова с заколоченными окнами. Я понимаю тебя правильно. Значит, деревня вроде бы, да и факт, пустее. Так, земля остается без хозяев, хозяева без земли, потому что они где-то там сконцентрировались на одной центральной усадьбе, земля у них за 3-9 земель и так далее. А ты можешь стимулировать, например, стимулировать ты чем-нибудь в своем, не будем что-то говорить, слушай, в своем хозяйстве, ты можешь стимулировать, чтобы вот люди оставляли своих детей у тебя, а чтобы они не отправляли. Я знаю, вот у нас как там в Молдавии все-таки говорят так, слушай, Коля там, сын, да? Коля, Ира, поезжай-ка ты лучше, потому что я пахал всю жизнь, и у меня руки постоянно, значит, болят. Зачем тебе это? Поезжай-ка ты хоть в какое-нибудь училище там, будешь токарем, будешь слесарем, а в колхозе что ты там увидишь в совхозе? Поезжай-ка ты, у тебя твои люди, твои вот мамы, папы, твои, что говорят своим детям, когда они подрастают? Скажи, пожалуйста, они говорят, оставайся, Ваня, Коля, здесь, потому что это твоя родная земля, оставайся, помогай нам. Или они говорят тоже так же, что, слушай, я пахал, так ты хотя бы отдыхай. Так? Вот скажи ты, ради бога. Может быть, и не совсем так, понимаешь? Нет, ты мне скажи, И люди... уезжают от тебя вот сейчас. И сейчас уезжают. На нечерноземье повернулось вроде все, обратили внимание, сейчас... они хотят, чтобы поднять нечерноземье. Уезжают или не уезжают? Сегодня, на сегодняшний день. Уезжают и сейчас. И будут уезжать или нет? И будут, видимо, уезжать, коли так обстановка сложилась, что действительно, ты правильно говоришь, и заколоченные дома будут? Труд в деревне сейчас, понимаешь, самый труд необходимый, который, собственно, кормит страну, все-таки еще не на уровне. Но вот что важно, я считаю еще, если бы мы сейчас были сами по себе, то есть без поддержки государства в какой-то мере, так? А раз государство поддерживает и довольно основательно, оно вправе с нас что-то потребовать, правильно? Так вот, если бы не это не поддержка еще государства, что бы мы из себя представляли? Правда, если бы мы были сами по себе и четко, ну, сами разрегулировали, из чего нам получать прибыль, от чего убытки, ясно, что мы бы получали прибыль. И намного больше? Ясно, что... Нет, ты скажи, намного больше или нет? Я же ответил, что естественно, что были бы прибыль, понимаешь? Мы бы нашли оптимальный выход, оптимальную структуру земель и так далее. Нашли если бы вы были хозяевами, но еще, хозяевами, вот а вы полу, да не полу, а десятая часть хозяйства. И не от вас это зависит. Ты, предположим, себя чувствуешь хозяином в том плане, что ты чувствуешь себе силы руководить, да? Ты получил, предположим, у тебя есть образование, предположим, у тебя есть навык, предположим, ты любишь эту землю, вот, ну не знаю как. Все у тебя есть, но если у тебя вот так связаны руки, то ты уже все равно не хозяин. Ты уже все равно не хозяин. Я тебя понимаю, но слушай, все-таки, если, допустим, нам всем позволить развиваться только так, как мы хотим, в
будет не совсем тоже нормально, наверное. Коля... Я считаю, что надо все-таки, надо иметь, государственная дисциплина должна быть, но надо иметь ее именно оптимальную для каждого хозяйства. И ясно, что она должна идти снизу. Понимаешь, поднять этот же первомайский, все-таки должны все люди настроиться по-хозяйски, а не один кто-то. Как посевная, так воров бумаг, как уборочная, так воров бумаг. Ну, любое мероприятие расписано, вроде ему тут и делать нечего. Делать нечего, да. Все за него вот уже ты... подумали, сделали там. Ага, сегодня 15 мая. Почему ты до сих пор не пашешь? Да у меня дожди льют, у меня вон там это все затопило. Или снегу было бы столько, да. Все затопило, там не влезешь. Ты почему не пашешь? Все пашут, ты не пашешь. Это совещание. Вот меня удивляет тоже, Оля. Я не знаю, как у вас там, но ведь совещание, знает, на всех масштабов, если их в кучу сложить, так больше, так в году, знает, мы месяц, это, да где, два месяца сидим, штаны протираем, но не решаем никаких проблем. Проблемы должны решаться лаконично, четко, значит, пришли к выводу, надо это сделать, казалось бы, и все. Нет, надо сидеть, знаете. Я не знаю, я вот уже и то, наверное, не одни штаны затрал на сиденьях вот, в совещании. Истер. Истер, да. Вот так и отец то же самое, знаете. И вот эти все, значит, вмешательства в дела, в планы его да, головы, мелочные, что уходят. Мелочные, да. Они ему мешали, конечно. Так это возмущали, не только износили его раньше времени. А ты помнишь, папка, насколько он все-таки в этом плане действительно хозяин. Ты помнишь, он же был на пенсии уже, я тебе напомню, сейчас один год. Мы приехали, и Илья еще был страшно как-то даже разобижен тем, что он сказал. Он говорит, слушайте, ребята, мы все приехали тогда, и вы были, и Володя, и Вася, все. Он говорит, пойдемте дня два хоть на сенокос. Ты помнишь? Помню. Дня два на сенокос. И Илью это поразило. Помнишь, Илюша еще говорит, господи, как? Мы приехали на несколько дней, он говорит, на сенокос. Но я думаю, вот в этом-то именно хозяин-то и заключается. Потому что на пенсии он, где он угодно, вот папка наш удивительный все-таки человек, а он говорит, что сенокос, помнишь, была сказали, что сводка уже... До обеда стук сметали. Сыновья ушли в дом, а Сазонт Александрович решил еще загородить его, как положено. Никогда не оставлял он дело на середине. Есть в этом человеке какая-то истовость, даже непонятная иногда окружающим людям. Таким был, когда директором работал. Такой и сейчас. Много доброго принес он людям. Но, видимо, и обидеть успел. Смотрят иногда на него соседи с опаской. Что ж ему? Больше всех надо. И когда разъезжаются дети, бывает Алешинцеву подчас одиноко. Давай, это самое, ты приедешь или нет? Все-таки. Надо, наверное, ехать. Надо ну, конечно, ехать. Может быть, в этом-то году я и не смогу это сделать. Так мы делаем это не одного дня. А как дальше пойдет жизнь? Папа, от имени всех нас разреши тебя поздравить с днем рождения, пожелать вам с мамой большого-большого счастья. Знаю, что счастье, ваше счастье, это, конечно, мы, наша работа, наша жизнь. Думаю, что мы вас никогда не подведем.
от всей души, от всех нас поздравляю еще раз. Большое вам спасибо за то, что вы нас вырастили именно такими. А ну, Вася, вперед. Пожалуйста. Ну да что, папочка, еще раз поздравляю с днем рождения. Желаем всего самого доброго. Живи. Чем дольше будешь жить, тем радостнее будет нам всем вот этому коллективу. Мамочка, спасибо, что такого папу нашла для нас. Я такого человека видела. Хорошие мои. Дай Бог вам 100 лет, тогда и мы будем радостные всегда. И чтобы все-все было хорошо, мамочка. Мне так хорошо, когда вот знаешь, что здоровый, все в порядке. На крутом угоре, над северной русской рекой Суханой, стоит дом, ухоженный, крепкий. Еще век выдержит. Я в том уверен теперь. Ну, что бы хотелось сказать? Во-первых, детям своих. Людьми будьте, это самое главное. Будьте людьми. Это не значит, что быть какими-то простенькими такими, со всем мириться, всему во всем потрафлять. Нет. Быть хозяином – это значит облагораживать землю. Это значит сделать такую землю, чтобы она больше окупала труд в нее вложенный. Делать все с умом. Перспективой, старательно, не жалея сил. Тот, кто себя жалеет, тот многого не сделает. Я вот, пусть мои дети потеют, пусть не досыпают, я никогда им не скажу, что это излишне. Это надо, чтобы быть хозяином на земле. Ну, и пусть семьи ваши, они немалые, пусть эти семьи крепнут, пусть дружба в этих семьях будет вечной, пусть вы будете через сколько-то сколько лет вот так же приглашать к себе на юбилей своих детей, своих внуков. Еще раз прошу, будьте людьми настоящими. Тихо ночью в Кичуге, тихо до самого утра. Так, а давайте туда, да. Туда провожать. Залезать-то зачем? Мама! Саша, давай. Беги скорее, беги скорее. Беги, доченька, одевайся. Это ваше? В чемодане наверху. Дочка, быстрее, быстрее. В чемодане наверху, папка. Давай. Доченька. Ну, приедешь? Ну. Выру. Давай. Давай, обязательно приезжайте. Мы вас ждем.